И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димочек, поздоровайся. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали карту хоррор. Ну что, ребята, ставьте лайки, если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну что, Димон, жмякай кнопку, или два я. Давай, погнали. Фу. Ого. Карту не изучали, мы ничего не знаем, просто знаем, что мы ее не проходили, это главное. Ой, это мы в кинотеатре, Димас. О, прикол. Ха, классно. Это какие фильмы сейчас будем смотреть? Наверное, ли? Кто здесь будет нам встречаться? О, блин, круто, круто. Так, здесь что у нас? Какая-то красная штука. О, а нашел билетик, Дима, смотри. Димон, давай меня бери. Там все будут, короче, крутить ролики Димона Покемона, погнали. И Димаса ТВСа. Давай сюда. Какое-то странное название ты сказал. Ребята, как всегда, у нас классное настроение, но будем проходить хоррор. Давай, погнали. Вот сюда, по любасу. Ой, очень четкий. Стой, подожди. Это звонок, что ли? Да, 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 смотри, смотри. Она сейчас будет выходить? О, я видел, о, я видел ее. Прикинь, вылезет сейчас. Ой, прикольно, не, 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 будет. Я сюда выше отойду. Давай поднимемся выше. Смотри, ручка на кинотеатре. О, прикольно, Димон. Димас, вообще нереально, конечно. Что-то в воздухе летает. Смотри, летает белая точка, Димон. Ты дух? Стой, а кто подожди, это? Дух. Дух. Прикольно стой, сделано, непривычно для Гаррис Мода. Смотрим, смотрим, сейчас куда-то прилетит оно. Куда оно летит-то? Не знаю. В стенку врежется. Ух ты! Ты видел? Да, я еще испугался даже, не только увидел. Так, пошли. Так, все, свалим его отсюда. Может, нам сюда надо просто ящики повыкидывать? Да, расчищай дорогу мне. Я тебе сейчас помогу тоже. Доску уберу. А вот эту коробку уберу. Давай. Так, ключ. Давай замок. Давай. Отлично. Нормально. Ребята, продолжаем. Ой, туннель какой красивый. Там. Классная карта, мне очень нравится. Ах ты лоб... Пьяный, ну, что ли? Опять какой... напился? Вот, мы вылупились обратно, Димас. Давай. Вылупились. Вот отсюда вот челик вылетел какой-то стрёмный. Ого! Ты видел, там бабка летела? Это не бабка, Димас, это то, что я тебе говорил про чё. Так, блин, прикольно сделали. Мне нравится. Вообще улетно, конечно. Ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы в такой попасть в кинотеатр или нет. Я бы не хотел, честно скажу. Я тоже. Пошли на единичку. А, мы еще тут, да, не были. Давай. Ого! Смотри, что здесь произошло. Бензином облили, короче. А это было такое, вот это кишки? Нет, не было. Так, подожди, ну что-то тут должно быть. Сушат вещи, тут вон у челика монтировка. Ого. Так, тихо, 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 я все. Диман, там доски, иди ломай. Отобрал, а не покушать. Так. О. Как круто сломалось сразу. Все. О, погребная. Ну, вино тут хранят, в общем. Стрёмно здесь, где... Ох ты! Так, знак стоп, Димас, был, а ты нашёл... Ты видел голова рыбья? Не-не-не, не видел. Издалека что-то не испугало, короче. Так, движок. Так, взял его. Нужно завести, значит, это что-то. Во! Смотри, завел. О, тут бег быстро работает. О, значит, видать, нам здесь надо быстро бегать. О, иди сюда. Бомжарой! Да блин, что держишь, я аж под ноги. Вот тебе еще и под ноги упал, короче. Так, здесь вентиляция может попасть. Давай, пойдем. Смотри, Димас, я так быстрее передвигаюсь? Нет, медленнее. Ого! Там какой-то челик пролетел. Я его даже не заметил. Ну и правильно. Так, смотрим. Ой, можно даже не смотреть, можно даже зайти, офигеть. Так, трупейшн. Вой, челики, вы что здесь делаете? Ребенок кричит. А, это кукла, подожди, это не ребенок. О, я стекло разбил. Тебас, это я куклы фиганул. Ключ. Не-не-не, попробуй вот эту задницу вставить, этому челику. Да я пошутил. Да куда его, что ты ржешь? Может его опять по решетке нести? Задница этого челика, кстати, Димас пошел вставлять. Может это уже двери открыть? Лестница.
Блин, все так просто, что ли? Ну да, это... Ах, ты бомж, опять этот же пришел. Че ты ржешь? Я его боюсь. Давай, 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 пошел. Иду. Пошел. О, вот здесь вот ключик нужен, иди сюда. Открывай. Оп. О, как красиво ты отлетел-то. Еще бери, один бери движок. Этот. А зачем два движка нужно, чтобы завести какую-то колымагу, я не понял. Во. Это типа мы свет, что ли, сделаем сейчас в туннеле? Пойдем в туннель. О, мы тут были? Помочь челику нашему, чтобы он не боялся. Так, блин, только хотел сказать, доски сейчас упадут. И упали, да? Так, подожди. Так, Дима, сзади дырка. Ползи туда. О, четко. Ох ты, опять этот бомж. Я видел. Ой, ребята, кстати, за Фредди Геракс. О, в дырку десрут, пошли. Ой. А тут говно. Прикольные катакомбы. Только я за тобой не поспеваю, ты очень быстро побежал. О. Давай, давай, давай. Канистру берем сразу. Так, ты нажал на рычаг? Все. Нет. Я нажал. А, лестница, вот я додик. Димас, ты красава, дай мне этот. Это он, знаешь, ах ты! Сталкер. Вот он этот челик. Который там это стоял. А вот рычаг я там? Не, по трубам поползли. Вот, сюда. А теперь открываем вентиляцию. Давай, может, как подтолкнуть тебя? Пошел отсюда, засранка. Сейчас будет скример. Нет. Да. Ого, мне показалось, что это глаза, это есть. Пацаны, вы чё? Вообще, ребята. Вы куда-то опаздываете. Офигеть, что? Круто, ребят, смотрите, как сделано. Стоят в темноте, смотрят. Как в фильме «Я легенда». Да тут не только как... Вообще, зомби какие-то. Рычаг. Смотри, смотри, сейчас что-то произойдет. Сейчас свет включится, мы их увидим всех. Это знаешь, как из это, из сталкера, короче, эти кровососы спят, понял? Круто. Пацаны, а если мы вас разбудим? Калитка ничего? Открылась. Вниз. Дима, меня забыл. Я вниз иду. Я не хочу с теми челиками стоять, они стрёмные. Еще, прикинь, укусит все-таки. Ого. Ах ты жопа. Так, это тоже что-то жопа. Так, погнали. О, библиотека. Круто сделано. Забыла библиотека-то. Сейчас будем что-то искать по-любому здесь. О, мужик тут ходит. О, привет. Так это библиотекарь, Димас, нормально, погнали. Он... А! Библиотекарь. Что-то выпало, ключ. Димон, смотри с него. Он нам дристанул ключ, погнали. Так, а где ты? А, вот. Есть, ты. Еще три ключа. В смысле, библиотекарь, а еще где наш? Вон еще ключа? Один ходит. А где ключ? Они нас пугают и ключи нам дают. А, вот, нашел. А если в темноте ходить, так, может, заметнее будет его? Не, наоборот. О, нашел. Нашел? Серьезно? Да, да. Давай неси. Кстати, реально запрятали очень сильно. Так я смотрю, тут... Он не торчал. Хорошо. Он прям просто лежал там. А, нет, тот торчал немножко, видать, смотри как. Проворачиваются по очереди ключи, ребята. И что, зря, что ли, все? Не-не. Во, что-то открывается. Димас, отойди. Ого, это дверь большая. Это что, нам сейчас фильм досмотреть дадут? Не знаю. Над нами какая-то штука, короче. Ого. Прикольно. Нет, чувак, мы тебя не понимаем по-русски. Знаешь, сейчас такой русский перевод выскакивает. И все? Во, во, сверху какая-то штука была. Меня убил. Так, Диман, смотри, мы теперь в каком-то куполе. Едем. Нас закупырили, закупырили, смотри-ка. Так, все четко, ребята. А, нас сейчас подвесит, что ли, к этим челикам другим? Может быть. Чувак, ну ты псих, конечно. Покойся, не надо нам такое. Мы еще поживем. Так, смотри, ползет аттракцион. Наша телега. Димас, кстати, ты лунной походкой идешь. Прикол, прикол. Нормально, мочим. А чё не убивается? Димас, ты чё там? Как урон сделать ему? Во. Не проходит, Димон, урон.
Знаешь, Димас, че тебя скубазуку берем? А ну давай. О, прошли, красава. Дима, только меня не убей. Тихо, тихо. Ты псих, что ли? Ребята, о, вы читеры. Прошли, 29 минут, так быстро? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте в Спатерпу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!